Работа во внешней политике Касым-Жомарта Токаева, по мнению французского политолога, была направлена на укрепление взаимодействия со странами-соседями. По словам Эммануэля Дюпюи, опытный и известный на международном уровне политик продолжил эволюцию демократических процессов, а во внешней политике сконцентрировался на региональной кооперации. Последовательные шаги казахстанского президента позволили упрочить уверенность иностранных инвесторов в стабильности крупнейшей страны Центральной Азии. С момента своего прихода на пост президента Казахстана господин Токаев принял участие во всех региональных саммитах. Есть очень конкретное расписание, которое посвящено региональному сотрудничеству. Президент Токаев активен в общении с ближайшими соседями по региону. Казахстан также продолжает политику медиации, которая направлена в частности на стабилизацию и урегулирование ситуации в Афганистане.